Почти 1,5 миллиона километров – такова общая протяженность автомобильных дорог в России. Однако доля цементобетонных покрытий при этом составляет менее 2% от общей массы. Для примера, в ряде стран Европы этот показатель варьируется от 13 до 50%. Преимущества и перспективы перехода на новую технологию строительства цементобетонных дорог в России обсудили участники конференции РБК. На пленарном заседании власть и бизнес указывали на проблему недооценки технологии строительства цементобетонных дорожных покрытий. Сложился, в общем-то, неправильный стереотип о том, что цементобетонное покрытие в разы дороже, чем асфальтобетонное покрытие. Второй, что в России нельзя строить цементобетонное покрытие качественно. Третье, что этот тип покрытия не ремонтопригоден. Прошло 30 лет. За это время принципиально изменилась технология укладки. Поэтому сейчас сложились все условия для того, чтобы строить качественное цементобетонное покрытие. Сегодня существует возможность изменить подход к строительству дорог. Благодаря использованию современных цементобетонных дорожных покрытий, их качество и надежность может существенно увеличиться. Главное – соблюдать технологию строительства. Россия сейчас стоит на одной технологической ноге, и абсолютно все сейчас есть для того, чтобы вырастить вторую ногу технологическую в плане дорожного строительства. И оборудование, и люди, и компетенции, самое главное, в России достаточно в настоящий момент материала по конкурентоспособным ценам для того, чтобы строить долговечные цементобетонные дороги. Главное сейчас не стесняться, не бояться двигаться вперед и рассказывать о тех современных технологиях, которые есть. Активное использование технологий в европейских странах объясняется хорошими сцепными свойствами и высокой износостойкостью цементобетонных покрытий. Однако, чтобы изменить подход к строительству дорог в России, необходима поддержка государства. В перспективе это позволит создать эффективную транспортную систему страны. На сегодняшний день я считаю, что цементобетонных дорог строится крайне недостаточное количество, их надо увеличивать. Без этого решения я считаю, что мы не можем обеспечить задачу, которая перед нами стоит, то есть это увеличение межремонтных сроков там до 24 лет. Государственная компания своей задачей имеет строительство сети скоростных дорог по территории Российской Федерации. В рамках конференции было подписано соглашение об учреждении Ассоциации бетонных дорог. Задача ассоциации – это объединить усилия всех заинтересованных сторон. Это подрядных организаций, которые сохранились, научных, проектных организаций, безусловно, цементной промышленности, производителей машин и оборудования по укладке бетона, для того, чтобы развивать строительство цементобетонных дорог в России.